Лесные животные на коньках и с открытками в лапах создают на театральном катке особую атмосферу праздника. Вместе с ростовыми фигурами, встречи с депутатом Государственной Думы и трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной готовятся самые активные химчанки и члены делового клуба женщин. Выражают свою признательность и благодарность, что вы нам дарите в эти весенние дни почувствовать себя опять девчонками. Встреча на льду – совместная инициатива местного отделения партии «Единая Россия» и общественного совета проекта «Химки. Интересно жить». Это уже не первая инициатива, которую помогают притворить в жизнь Ирина Роднина. Прямо научитесь вторую ногу все время держать. Вот, на двух ногах. Одна из активных участниц проекта Инна Монастырская познакомилась с депутатом на круглом столе, посвященном поддержке женщин-предпринимателей. Она уверена, что даже обычное общение с таким человеком стимулирует к развитию и самосовершенствованию. Просто находиться на одном льду с такой легендой, великолепной фигуристкой, такой замечательной женщиной. И мне всегда казалось, что я умею кататься. А оказалось, что я еще столько элементов не могу сделать, не хватает координации. Безусловно, много советов, которые пригодятся в жизни. Держать живот, тянуться макушкой к небу и улыбаться как минимум. Получить уроки от известной фигуристки пришли члены клуба деловых женщин. Некоторые прибыли из других городов. У клуба крепкие связи с регионами. Виктория Михайлова приехала из Казани, где возглавляет отделение клуба, а также издает бизнес-журнал. В свободное время не упускает случая покататься на коньках. Для меня вообще фигурное катание, оно очень близко. Я всегда люблю наблюдать этот вид спорта по телевизору. И сама очень активно занималась, именно как любитель, где-то на протяжении всей своей сознательной жизни. Только последние 10 лет я не каталась по причине того, что у нас нет времени, мы работаем, мы где-то все время в перелетах. И когда такая уникальная возможность появилась, мы, естественно, просто приехали сюда и наслаждаемся этим процессом. Изучать новые элементы, заодно пообщаться с профессиональной спортсменкой и узнать секреты ее успеха. Особенно участниц мастер-класса интересовало, как фигурное катание влияет на фигуру и сколько нужно заниматься. Надо. 5, наверное. Если вы даже 20-25 минут, это будет вполне нормально. Хорошая физическая форма – это здоровье и позитивное отношение к жизни, уверена Ирина Роднина. Даже полчаса в день, пару раз в неделю поможет держать себя в тонусе. То, что каждый день, хотя бы 30 минут мы должны находить. Есть разные отговорки. Устала, поздно легла, рано встала, но все равно 30 минут мы всегда найдем, если захотим. Знаете, есть такие слова, как кружится голова. Вот от нашего вида должны у всех кружиться голова. Мастер-класс завершился, но Ирина Роднина с химчанками не прощается. У активных жителей города много интересных идей, которые она обязательно поможет реализовать.